Основанное в Москве научно-производственное предприятие «Панека» в прошлом году зарегистрировалось в Ленинском городском округе и теперь работает на территории технопарка М4. Коллектив из высококвалифицированных химиков и биологов занимается производством питательных сред и реактивов для использования в медицине и биотехнологиях. Так как многие импортные компании ушли с рынка и продукция их не поставляется, то наши питательные среды являются заменителем этих питательных сред. Более того, 2 года назад мы начали выпускать сухие питательные среды, которые востребованы уже на больших предприятиях для удобства работы. Гостями предприятия стали глава Ленинского городского округа Алексей Спасский и его первый заместитель Альберт Гравин. Они познакомились с сотрудниками и технологией производства. В прошлом году в рамках финансовой поддержки из бюджета муниципалитета была выделена субсидия, которая позволила приобрести новое необходимое оборудование. В хорошем смысле поражен и порадовало то, что руководство предприятия, несмотря на то, что люди опытные и имеют сейчас рынки сбыта в связи с уходом большого количества западных компаний и стоят на месте. Вот сейчас похвастались, что получили разрешение на строительство, еще пристройка на 1500 метров, ну и, соответственно, это порядка 30 рабочих мест, которые возникнут там в ближайшие, мы надеемся, года полтора. Некоторые виды продукции предприятия не имеют аналогов в России и являются собственной разработкой. Они используются в диагностике наследственных заболеваний и технологии экстракорпорального оплодотворения. Администрация округа планирует и дальше поддерживать уникальное производство. В рамках рабочей встречи получил персональное поручение от Алексея Петровича Спасского о том, чтобы в 2023 году, в текущем году, рассмотреть возможность осуществить в рамках бюджета Ленинского городского округа меры социальной поддержки развивающемуся предпринимательству. Благодаря взаимодействию с руководством муниципалитета в ближайшие 2 года ожидается планомерное развитие предприятия. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.